Я отпил взрослой жизни рано, а вот сейчас бы убежать, детство убежать, как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайны рассказать, тайны рассказать. Помолимся за родителей. Он еще поет так, что душу ломает. Человек, вот уже, вот, поплыли, вот, побежали. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Я давно мудрее стал и старше, но лишь сейчас одно постиг. Я верю, что он может еще лучше. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей. Дякую. Сердце так ды-ды-ды-ды-ды. Колька, молодец. Коль, я задоволеним тим, що ти сьогодні показав. Сьогодні. Дякую. Николай, мне очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Слова Олега – это большой аванс вам. Это было честно с вашей стороны. Но насколько это понравится зрителю, конечно, покажет время. Я надеюсь, что у вас все получится. Дякую. Дякую. Спасибо за откровенность. Удачи вам. Он выходит и делает как может. Ну, ты понимаешь, что твои чувства, не должны неожиданным образом повлиять на судьбу другого артиста. Абсолютно верно. Поэтому здесь нужно быть достаточно, ну, нельзя сказать словом, циничным. Да. Ну, трезвым. Да.